1 октября – день Ариадны, Арины, Ирины. Она была рабою и отказалась идти в языческое капище. За это ее били без всякой жалости. Долго морили голодом, принуждая отречься от Христа. Наконец отпустили. Потом передумали и послали погоню. Видя за собой погоню, Ариадна подошла к скале и стала молить Бога, чтобы он избавил ее из рук врагов. Тотчас, по божественному повелению, скала раскрылась на две половины. Свята вошла внутрь камня, и половины скалы вновь соединились. Октябрь месяц. Приметы и особенности октября. Месяц ненастья, начало семейного счастья. Говорит об октябре народная пословица. Сегодня начинали собирать шиповник. При этом полагали, что самый полезный шиповник тот, который собран на Арину. Наши предки использовали его не только в кулинарных, но и в лечебных целях. Готовили из шиповника отвары и настой, которые применяли для укрепления здоровья. Даже варили кисели, варенье. Из шиповника получался вкусный и полезный мармелад, повидло. Журавли улетали в теплые края. Люди, видя журавлиный клин, кричали вслед: «Колесом дорога!» Наши предки верили, что журавли являются вестниками тепла, и их отлет предвещает холода. Вот так они старались продлить теплые деньки. Продолжались девичьи посиделки с заготовкой капусты. Приметы. Если на Ирину журавли полетели, то на Покрова 14 октября надо ждать первого мороза. Если не видно в этот день журавлиного клина, раньше Артемьева дня, это 2 ноября, не ударит ни один мороз. Какой будет погода сегодня, такой она будет и 1 апреля. Птицы с отлетом не спешат, скорее всего, зима придет не скоро. Если береза еще не потеряла своих листьев, снег будет не скоро. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.